Здравствуйте, мы приветствуем вас на канале компании «Электромотор». Представляем вашему вниманию поверхностный центробежный насос от торговой марки «Спирони». Производство Италия, гарантия 1 год. Компания «Электромотор» является официальным представителем на территории Украины торговой марки «Спирони». Давайте рассмотрим более подробнее, какие насосы представлены на этом стенде. Эти насосы вполне заменяемы, как консольные насосы украинского производства, отечественного производства. Они могут использоваться для подачи в горячее водоснабжение, то есть для отопления их можно использовать. Патрубки здесь выполнены 2 дюйма, 50 мм. Насосы могут перекачивать жидкость температурой до плюс 90 градусов. Высокой мощности и производительности, есть также малой мощности и производительности. Насосы идут как с нержавеющей стали, рабочие колеса и корпус насосной части выполнен с нержавеющей стали, также из чугуна. Значит, здесь представлена моделька CB60. Компания «Электромотор». Значит, CB60 может быть как однофазная, так и трехфазная. Однофазная CBM60, трехфазная CB60. Мощность данного насоса составляет... Одну секундочку. 1,1 киловатт. То есть довольно-таки небольшая мощность, но хорошая высокая производительность и высокий напор. Он может производить до 170 кубометров в час. Прошу прощения, до 16 кубов, до 30 кубов в час напором 16 метров. Значит, данные насосы, повторюсь, итальянского производства. Хорошо, если у вас есть старые отечественные консольные насосы, вы хотите их заменить, они очень большие, габаритные. Такие насосы станут очень хорошей заменой, они хорошие как в экономическом плане, на них сейчас действует определенная акция, о всех подробностях вы сможете узнать в фирме компании «Электромотор». Мы сможем вам переподобрать насосы с отечественных, старых, на более усовершенствованные, новые, по новым технологиям, которые сделаны насосы. Звоните по телефонам нашим менеджерам 044-530-38.